Нет. А, ого, три броневика! Я офигеть, спать. Ребята, надо разворачиваться и сваливать. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Семка, Стаканчик, Фокси, Комикс Анкс, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня у нас очень классная серия, когда я буду убегать на разных машинах, а пацаны будут тренироваться и ловить меня как полицейские. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем погоню. Полиция Vice City. О, да, это ж карта, ребята, мы скачали с игры Vice City. Серега любит эту очень игру, поэтому игра немножечко... Да-да-да, я знаю, что ты любишь эту игру. Не Vice City город. Ты любишь. Где другую ты любишь часть? Vice City. За ее ретро-стиль. Где Дима? Я очень умный. Смотрите, ребята, как я показываю, как настоящий злодей, когда сворвал конченый ржавый трактор, как убегать. Есть, пацаны, вы именно классно играете, мне нравится. Но трактор имеет мощу. Трактор имеет мощу большую, поэтому я выйду. Смотри, нет. Спасибо тебе, один из вас. Давай очень... Воду, Диму. Да, если я даже упаду в воду сам, или вы мне скинете, это тоже считается, что я проиграл. Но я вырвался, ребята, смотрите, как красиво я это сделал. Самый лучший гонщик, которого можно увидеть в Vice City. Классно получается. Следующий, когда не поймает меня, возьму более такую поинтереснее машину, и будет уже сложнее меня поймать. Трактор имеет мощь, ребята, вы что же не этот... Не забывайте. Все. Смотри, как я легко, как я легко его сейчас вытолкну. Да, да, да. Сейчас прям. Ах ты, Жопоглонкс. Один. И что ты будешь делать? Ну блин, ну трактор, ну выйди, пожалуйста. А что, вы меня не можете, да, ничего сделать? А, получается, если я сижу в тракторе, они не могут убить. Поэтому буду сидеть, у меня домах не проходит. Серега. Ну это бред какой-то. Ну это нечестно. Пошел отсюда, щенок, я на автобусе. Ах ты говно. Нормально, пацаны, едем. Смотрите, ничего не может сделать автобусы, потому что автобус мощный. Я думаю, что середина где-то там, где-то много очень высоких домов. Поэтому мы едем туда. Это направляемся. Но у меня будет середина. Моя цель, короче, большие дома взорвать, где людей много. Середина, знай, автобус догнать не может. Я их красиво дырю. Смотрите, как настоящий водитель автобуса. Так, я сейчас объеду немножко тут круг. Минута уже прошла, кстати, вам хочу сказать, ну, пацаны. Вот, мы здесь тебя остановить пытаемся. Ну что-то я не наблюдаю этого вообще совсем. Угу. Согласитесь с мощью автобуса, какая дебелая, что надо вам что-то предпринять конкретно, чтобы меня поймать. Ускорители, может, на... Не-не-не, это будет нечестно, у нас прям должно быть как в реальной жизни. Давайте, ребят, зажимайте его. Тихо. Серега, слышь, ты, командир, не зажимайте, дайте выехать. Давайте, зажимайте, не дайте ему. Отлично, ребята, отлично, я смог. Нормально, мы едем, чётенько. Сейчас полицейский грузовик выйдет. Ого, тут есть такие у вас полицейские, да, грузовики? Да. Ну давайте, пацаны. У нас сегодня мы договорились, что мы будем набрать с этой игры машины. Спасибо. Которые есть в Vice City. Это все модельки, все оттуда перенесено. Там есть велосипеды, мотоциклы, куча всякого классного транспорта. Может, как-то мы сделаем какую-то прикольную серию с великами. Вы что, не можете меня догнать? Вот это автобус скоростной. Так, ну что, ребята, 2 минуты прошло. Нет, давайте еще немножко подождем, дадим фору. Потому что пацанам реально сложно меня поймать. Давайте будем интересно с ним играть. Ты где? Ого, они летят. Вот это они так долго за мной ехали? Профессиональные водятелы. Как севочки лускаю. А где он? Да, я представляю, как вам сложно поймать автобус. Может, не знаю, вам... О, давайте, короче, я буду сейчас делать побег без шифта. То я шифт, походу, прожимаю. И он начинает быстро ехать. О, смотрите, шанс. У одного шанса вообще нету никакого, он меня не может поймать. Осталось ровно минута, и этот автобус очень сильно взорвется. И ребята, пострадает, давайте, полгорода. Двое сзади, двое спереди. Кубочка его надо.
Ой-ой-ой, пацаны не могут. Где он? Ребят, где он? Где он? Срочно. Поворачивай. Куда? Многоэтажки где? Так. Эй, слышь ты? У меня 10 хп уже отняло, уже 90 хп, не 100. Все, еду тихонько. Ой, двое возле меня уже приклеились. Как нас... Это сколько у меня... Серега, сколько по шкале у меня игры звездочек? 4. 4? А вообще 6, да? Да. А, еще 2 звезды надо всего заработать. Я вижу броневик уже, ребята. Это вот. Броневик мощный. Я знал, что так и будет, все. Поэтому... Все, попался. Не-не-не, Серега, это ты... Ты очень примитивно мыслишь. Я же профессиональный водитель. Я тренировался у лучших... каскадеров этой планеты. Я сейчас тебя в воду выкину и все. А, так ты человек, вот когда выкинешь, тогда и будешь говорить. А может я тебя выкину в воду, а проверим, чья машина мощнее, твоя или моя? У тебя она это, знаешь, слишком. Блин, твоя машина мощнее, надо что-то предпринимать. Все, Дима, зажал тебя. Тихо. Все. 3. Какой 3-2? Слышишь, блин, ну я же не хотел попадаться. 7, 8. Ну блин, 9, ребята. 10. Все, мочите Диму. АР2, бейте шары, шары пускайте именно в него. Шары. Я угнал вашу машину полицейскую. Че ты мне сделаешь? Че, не можете мне никак... Блин, когда я говорю, вы не можете меня никак уничтожить, вы меня сразу убиваете. Ну что, ребята, 3-й левел. Броненосец решил взять, Дима? Я даже не знаю, что взять. Прицеп хотел, но у него нет мотора. Ладно, фигню говорю. Блин, ну Бугатти может. Ну Бугатти вообще будет нереально. Давайте что-то, допустим... О! Давайте как реально. Есть же там миссия с лимузином. Миссия с лимузином. Я перевожу драгоценные бриллианты... И вы должны меня поймать. Но если я дойду до точки эвакуации бриллиантов, то вы проиграете и взорвется город все равно. Короче, взрыв будет неминуем. Ты бриллианты везешь, а не бомбу. Ну, куда я еду, то там бомба, которую я должен подорвать. В бриллиантах бомба. А? Бомба. Бомба ядерная, очень мощная, уничтожит тебя сразу. Но меня не уничтожат, так как я в секретном лифте спущусь под землю и пережду взрыв. Это, пацаны, я на лимузине вообще уехал. Фиг знает куда. Давайте, ладно, будем на интерес брать. Вижу одного. Что он будет мне делать? Он же не профессиональный водитель. Сразу видно. Опа, броневик. Тихо. Я подставляюсь очень тупо. Серега, ты за рулем? Где? Броневики. Да. А у тебя скин оно? Нет. А, ого, 3 броневика! Нет, офигеть, спасибо. Ребята, надо разворачиваться и сваливать. Да, спасибо. Нет, спасибо. Ребята, я свалил! Давай, бриллианты! На триллион долларов бриллиантов. Едем. Через минуту ровно я буду на место назначения и взорвется бомба. Броневики, пропустите обычные полицейские машины. Блин, я в дерево врезался. Это фейл был бы миссии, но и нет. Это Горисмо, тут можно еще играть. Ой-о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 й. Газуй. Газуй. Газуй, родная, газуй. Воду. Какая вода? Ну, Серега, ну пощадите. Да пощади. Блин, я не могу выехать, газуй. Поздно. Да блин, я хотел еще броневик ваш черный, красный не получилось. Нет. Сережечка, прощайте. Вот, ребята, сейчас вы увидите эпические взрывы. Я впервые взорву. Ну, Серега, там мои бомбы летят. Вот это жесть. Смотрите, как красиво это смотрится с города. Если вам понравилась эта серия, выходите еще. Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу в ТикТаке. ТикТаке в Инстаграме. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.
Подкаст. Это сейчас.